Всем привет! Всем хорошего дня! У нас сегодня вторник, мы с вами, как всегда, в прямом эфире. Единственное, немножечко пришлось перенести нам с вами время эфира, но тем не менее мы здесь. Сегодня у нас просто умопомрачительная новиночка, у нас анонс. Это Coming Soon. Эту новиночку мы лично очень долго ждали. Она очень крутая, она очень классная. Мы сегодня о ней будем подробно разговаривать, рассматривать ее, буду демонстрировать ее. Это у нас цветные базы. Называются они Ace Base Gel. Они очень крутые, они очень классные. Сейчас вам все покажу. Так, переворачиваемся и выключаем фильтр. Итак, на самом деле я как мастер давно прям ждала цветные базы, потому что это круто экономит время. Очень круто. Для мастера это незаменимое просто незаменимый инструмент в работе. Как принято говорить, козырь в рукаве мастера, да? Что такое Ace Base? Давайте поговорим о них поподробнее. Смотрите, выходит у нас 6 оттенков Ace Base гель. Все эти оттенки пастельные. Чем же они отличаются от обычных баз? Ну, за исключением того, что они в принципе крутые. Давайте разбирать поподробнее. Итак, Ace Base – это цветные базы. То есть это два в одном. Это база и цвет в одном флаконе. То, что нам сейчас в наше время очень необходимо, когда клиент приходит и требует очень быстро. Это реально крутая вещь, это крутая помощь любому мастеру. Дальше. Продолжаем о преимуществах этих баз. Это нежные пастельные оттенки, то есть они будут у вас востребованы в любое время года. Дальше. Несмотря на то, что эта база цветная, у нее очень крутая адгезия. Она шикарно стоит на ноготочках, даже без прозрачной подложки, даже без нанесения жидкой бейс-гель. В некоторых случаях, когда требуется, конечно, можно нанести. То есть, если, допустим, очень влажные ноготки, вы боитесь, переживаете, вы можете, конечно, нанести бейс-гель. Но в основном подложка не требуется. У нее очень классная адгезия, и она шикарно стоит. Дальше, несмотря на то, что это камуфлирующие цветные, вернее, базы, они очень плотные, они очень пигментированные. Я вам сейчас все их выкрашу обязательно. Они могут в один даже слой перекрыть, в принципе, ноготок и линию улыбки естественную, натуральную. Даже больше того, если у вас где-то что-то там было, допустим, какая-то молочная база или другая база, и где-то осталось, ну, знаем, да, когда мы снимаем, не всегда есть возможность подснять полностью цвет. То есть она перекроет все, абсолютно все. То есть пигментация, я вам покажу, вы убедитесь, на высшем уровне. Хотите более плотный цвет, можно нанести так же, как, допустим, те же твини или любые другие базы в два слоя. Но даже в один слой она очень круто камуфлирует. Подложка не нужна. По поводу печет, девочки, ну вы все понимаете, что у каждого клиента разная реакция на тепло. Кому-то может не печь, кому-то может печь сильнее. Летом печет любая база сильнее, чем зимой. Зимой клиенты у нас, так скажем, отдыхают, потому что у нас нервные окончания прячутся поглубже, подальше. И зимой, конечно, базы, все гели пекут намного меньше. Она хорошо самовыравнивается, и что самое главное, девочки, она создает очень прочный каркас. То есть это гель-лаковая база, но
У нее каркас жесткий, как в моделировании. Но, конечно, моделирование длинных ноготочков мы ей стараемся не делать. То есть это у нас позиционируется все-таки базы, цветные базы, гель-лаковые для такой короткой средней длины. То есть, ну, понятно, что пятерку ногти длинные перекрывать просто базой и ждать, что это все супер будет стоять, конечно, не стоит. Все-таки мы работаем с натуральными ноготочками. Тема у нас, девочки, напишите кто-нибудь, тема Ace Base, базы Ace Base, чтобы я могла прикрепить, потому что многие, кто заходит только-только, будут все время задавать вопросы, что за тема, чтобы все видели. Добрый день, всем добрый день. Ну что, поехали выкрашивать? У меня уже прям руки чешутся. Они на самом деле очень классные, они очень красивые, очень крутые. Я уже жду, не дождусь, когда они у нас выйдут. Кстати, смотрите, эта новиночка у нас будет поштучно продаваться. То есть это не набор. Так, фокус. Это будет продаваться не набором. Эти базы будут продаваться поштучно, поэтому вы сможете приобрести те оттенки, которые вам больше всего понравятся. Базы Ace Base. Девчонки, первый беру комментарий. Спасибо огромное за помощь. Они будут продаваться поштучно, вы их можете докупать в любой момент. Миллилитраж, смотрите, 9 миллилитров. То есть они будут продаваться вот в таких флакончиках по 9 миллилитров. Флакончики уже брендированные, уже с круглой кистью. Боже, смотрите, какая красота. Я вам сейчас их буду показывать отдельно, все макро, и буду стараться выкрасить поближе, чтобы вам было видно хорошо консистенцию. Стоимость баз будет 900 рублей, в принципе, как и все камуфлирующие, насколько я знаю, цветные базы. Итак, начинаем. Номер 1. Давайте чуть-чуть приближаю сразу. 01 – это у нас беж. Напоминаю, что их 6 оттеночков. И они очень вкусные, очень-очень аппетитные. Прям слюнки текут. Знаете, вот такое что-то, как сказать, зефирное, вот прям вкусное. Мне очень нравится. И в работе они комфортные, и цвета просто нереальные. Сейчас все увидите. Это 01 беж. Смотрите, вы видите, даже с одного слоя, она очень крутая. Она легко самовыравнивается, она не подскакивает с торца. Если нужно помочь себе выровнять ее, вы легко это можете сделать. Так же, как обычно, тонкой кистью. Я сегодня приготовила модель, и мы на модельке нанесем какой-нибудь оттеночек, чтобы было все наглядно видно. Так, предателя пузырька убираем. Нет, девочки, подложка к ним не нужна. У них очень классная адгезия. А на самом деле я зачастую работаю в любом случае с подложечкой. Но действительно здесь носибельность очень крутая. Давайте излишки уберу, чтобы у нас все хорошо выровнялось. Так как это все-таки у нас типсик, и он уже арочный. Да, девчонки, в чем и фишка, вы видите? То есть у нас это база.
Но база, она настолько плотно пигментированная, что мы ее сразу можем использовать как цвет. То есть вы нанесли, это очень крутая экономия времени. Для тех, кто любит экспресс-маникюр, для тех мастеров, кто старается делать максимально быстро процедуру, это очень крутая новиночка. Смотрите, показываю вблизи. Так, у меня здесь перчатки в пыльке. Показываю вблизи. Смотрите, как круто. Вот убираю перчаточку, и хорошо видно цвет. Вы видите прозрачности? Прозрачности. Даже на прозрачной типсике нет. Они очень классные. Видно сейчас, да, плотность? Хорошо. Они очень крутые. Дальше. Следующее. Девочки, сушка, как обычно, минимум 2 минуты. То есть, если вы конвейером сушите, то конвейером так и работаете. В конце, конечно, мы просушиваем 1-2 минуты, если у вас достаточно мощная лампа. Если лампа послабее, 2 минутки смело сушите, чтобы все хорошо просохло. И при том, смотрите, несмотря на то, что они у нас достаточно плотные, они очень хорошо просыхают. Смотрите, как она круто самовыровнялась. Вы видите? То есть они средней консистенции, они не густые и не жидкие, и они очень круто самовыравниваются. Очень круто. Опять-таки, мы сейчас говорим с вами о натуральных ноготочках. Несмотря на то, что это жесткий каркас, длину большую, конечно, моделировать лучше все-таки гелевыми системами. Дальше, второй цвет. Это лаванда. Красивый будет такой фиолетовый оттеночек. Классные, просто классные оттенки. Так, давайте поближе вам покажу этот цвет. Смотрите. Ну, вкусно же. Вот зефирки, просто вкусные зефирочки. Цвета очень востребованные, цвета очень актуальные. С учетом того, что сейчас у нас будет с вами осенний сезон и пойдут более приглушенные цвета, в отличие от летних ярких. Вот эти цвета, я больше чем уверена, зайдут на все 100%. То есть вы, получается, покрываете после подготовки ногтевой пластины, вы, как обычно, стандартно наносите Nail Prep Ultra Bond, и дальше вы уже моделируете все базой, сразу базой. И сверху вы можете наносить любые декорации. И финиш. Все, то есть это у вас вместо цвета. Смотрите, я сейчас нанесла достаточно тонкий слой. Достаточно тонкий слой. И тем не менее, вы видите, она какая плотная. Я думаю, что видно в любом случае на экране, что прозрачности нет. Так, просушиваем. Просушиваем в лампе. Смотрите, она уже самовыровнялась. Она уже самовыровнялась. Нет, наборов не будет, девочки. Цена будет 900 рублей. Они будут продаваться в розницу поштучно. Девочки, чтобы не повредить ногтевую пластину, вы можете либо обычно, как обычно, кто спиливает коррекцией,
Вы можете корректировать их. Даже если у вас останется какой-то небольшой пигмент, они плотные, они друг друга легко перекрывают. Либо вы также можете снимать их размачиванием, как и любую другую базу. Ace Base, смотрите, внизу тема прикреплена Ace Base. Дальше, следующий у нас розовый оттеночек Pal Blush. Давайте тоже покажу вам максимально близко. Смотрите, какой вкусный розовый. Вот, кстати, это такой розовый, один из самых актуальных розовых, в принципе, даже в цветных гель-лаках. Я не знаю, как у кого, но вот мастера, подтвердите или опровергните. У меня вот такой розовый, светлый розовый, он самый актуальный, самый всегда востребованный из всех. То есть летом, да, конечно, просят поярче, но вот в такое время года вот такой розовый, он просто на расхват. Это тот цвет, который на самом деле постоянно докупается. То же самое наношу, чтобы вам показать. Ну вот смотрите, видно сейчас, да? То есть я пока еще только промазываю типсу, но плотность уже видно. Шикарно. Уже видно, какие они по плотности, по нанесению. Смотрите. Вы видите, и он сразу выравнивается. Конечно, на самом деле, я знаю, что у многих не любят пастель из-за того, что пастель плохо самовыравнивается. Вот здесь у вас 100% не будет такой проблемы, потому что здесь они шикарно выравниваются. Шикарно. И даже где-то, конечно, если вы нанесете с небольшой проплешинкой, вы перевернули, и у вас все домоделировалось. Помогли, если нужно, себе кисточкой. Девочки, мы их ждем примерно в конце сентября. Мы очень надеемся на то, что в конце сентября они уже поступят в продажу, потому что действительно все их ждут. Я одна из первых буду в очереди на покупку, потому что действительно они очень крутые. И в действительности они очень будут выручать мастеров, когда нужен прям экспресс-дизайн. Смотрите, то есть любой цвет, ну вот допустим тот же сиреневый мы сейчас наносили, тот же сиреневый. Вы сверху просто-напросто можете покрыть теклосом или обезжирить и нанести уже любой дизайн. Вы можете покрыть топом слайдер и приклеить любой слайдер дизайн. Вы можете сверху, что-то у нас тут в лампе прилипло, ладно. Вы можете сверху нарисовать любой дизайн. То есть у вас, в принципе, все готово для того, чтобы сразу уже завершить ваше покрытие. Смотрите, какие блики красивые. Вот это действительно просто они сами выравниваются так. 6 цветов, девочки. Оттенков будет 6. Это у нас 0,3 розовый. Вот они, первые 3. И сейчас покажу еще 3. Базу не наносим, девочки, базу можно не наносить. У них очень классная адгезия, у них шикарная адгезия, несмотря на их плотность, они очень круто стоят на ноготочках. Это основная фишка этих баз, основной козырь этих баз, то, что у них очень классная адгезия, и они создают именно жесткий каркас. То есть нет ощущения, что у вас ногти прям гнутся. Они достаточно жесткие для
гель лаковых баз. Смотрите, вот серый цвет, то же самое. Вот прям на просвет вам показываю. Вот прям на просвет. Вы видите, какая плотность? Крутые. Покажу выкрашенные типсы обязательно, девочки. И мы даже сейчас с вами поработаем обязательно на модели. Сделаем ей ноготочек. Я уже подготовила ей ноготок. И мы с вами смоделируем ей ноготочек. Можем даже сделать какой-нибудь дизайн, если хотите. Что-нибудь дополнить теми же нейлдрессами, шармиконами. Такая же прочная стойка в носке. Да, девочки, она очень классная в носке. Они очень классные. Но в отличие от файбербаз, у них внутри нет волокон. То есть это не файбербазы, это именно базы цветные, обычные. А у них внутри нет вот этих волокон, как у файберов. Но я уверена, что они файберам ничем уступать не будут. И что в арсенале мастеров это будут также любимчики, ничуть не меньше. Это у нас 04, серый оттеночек. Очень красивый, благородный серый цвет. Давайте покажу поближе. Очень благородный оттенок. Вот именно тот, который все любят, серенький. Такой спокойный, красивый серый. 04 Ace Base. Дальше следующий оттенок не менее красивый, виолет. То есть это у нас лаванда, а это у нас фиолет. Красивый фиолетовый, такой припыленный цвет. Смотрите, какой вкусный. Ягодный смузи такой прям. Очень прям аппетитные оттенки. Наносим. Да, они будут в 9-миллилитровом объеме. Выходят все по отдельности. Их можно будет приобрести каждый цвет отдельно в объеме 9 миллилитров. Тоже, смотрите, я еще не выравнивала. Это только подложечка. Уже насколько плотный оттеночек. Файбер цветные будут выпускать еще. Планируем. Вот, Екатерина Николаевна лично сказала, что планируем. Планируем, там просто сейчас одного вещества нету. И сейчас, скорее всего, перебой будет вообще с файбербазой и с цветной. Вот, девчонки, ну будут, планируем их выпустить, файбер продолжение. Вот, пока вот эти. Вот, кстати, пишите потом, кто приобретать будет вот эти базы. Пишите потом, какие вам больше нравятся, эти или файберы. Вот кто активно с файбером работает, с файбербазой, попробуйте, какой вам больше вариант понравится. Мне, допустим, нравится и тот, и тот. И те крутые базы файбера, они очень круто стоят. И эти базы, они тоже очень классные. Смотрите, как она выравнивается. Ну, это же просто. Предателя убираем. И в лампу. Смотрите, я убрала пузырек. Перевернула, и она оп, и сама выровнялась. Это оттеночек у нас 0,5. Фокус 0,5. Фиолетовый. Ace Base. Вот так они будут выглядеть. И еще один оттенок. Я думаю, многие его мастера полюбят. Очень-очень-очень-очень. Это белый. В отличие от файбербазы, девочки, это достаточно плотный белый цвет.
Конечно, он не белый лотос, но тем не менее он достаточно плотный оттенок, именно цветной. То есть файбер-база, она как полупрозрачная идет, белесая, а это достаточно плотный белый оттенок. Смотрите, какой классный. И даже белый будет плотным. В педикюр, ну, девочки, в педикюр лучше все-таки использовать более, особенно зимой, более мягкие базы. Потому что жесткие базы в педикюре, это очень чревато. А эти базы достаточно жесткие. Так. Наносим. Смотрите, мазнула специально, чтобы вам показать. Приближаю. Вы видите, насколько он плотный на прозрачной типсе. Да, вы удачно зашли. У нас тут очень интересно. Смотрите. То есть эти оттенки, они прям, эти базы, они перекрывают прозрачность ноготка полностью. Как только базы выйдут, девочки, очень много будем проводить по ним эфиров. Я на своем аккаунте проведу обязательно. Обязательно еще будем проводить на Amy Official эфиры по этим базам. Поэтому еще не один раз с вами встретимся по этой новинке. Мы надеемся, что в конце сентября они поступят в продажу. Мы очень ждем этого. Смотрите, какая она крутая. Несмотря на то, что это белый цвет, она очень плотная. Который вот сюда? Ну? Да. А его давно нет. Я, мне кто-то говорил, что он закончился. Так, еще раз все показываю. Итак, по порядку. 01, 02 идем по порядку. 03 розовый. 04 серый. Давайте я буду выкладывать красивенько. Ой, какие вкусненькие. 0,5. Девочки, я наносила лично буквально на днях их модели. У меня модели, у модели вообще запек только один ноготочек, честно. Смотрите, какие они классные. Ну, вообще. Ну, я прям сама их жду, не дождусь, девчонки. Так что ждем их вместе. Цвета очень крутые. На осень это вот самое то, что нужно. На осень это будет просто, я думаю, что нон-стоп среди клиентов. Я в этом уверена. 05, 05А. Поняла, вот этот вот. Да, очень классный цвет. Он, при том, вы знаете, несмотря на то, что он темный, он на ноготках смотрится очень интересно. Очень интересно. Очень круто. Как правило, вот всегда с опаской все относятся к таким темным базам. Нет, очень крутой цвет. Да. Так, 02, 03. Тут, смотрите, тут уже любимчики пошли. 02, 03, 02, 03, 06. Тут уже все выбрали себе любимчиков.
Так, надо будет успеть приобрести их, да, пока вы все не расхватали. Так, ну давайте поработаем на моделечке. Сейчас я модели передам лампу. И поработаем. Я подготовила один ноготочек. У нас здесь были тоже с ней работы с базами, с другими базами. И не стала полностью специально убирать до конца пигментированность, чтобы вы посмотрели, насколько они круто перекроют. Видно, да, что здесь есть остатки предыдущих баз. Ну, это у нас моделька наша рабочая. Она с нами в огонь и в воду. Я специально вот оставила вот этот пигмент с краю, чтобы я могла вам показать, насколько они круто перекроют весь этот пигмент. Обезжириваем евроклинсером тщательно. Всегда, особенно девочки, зимой рекомендую, и мальчики, особенно зимой рекомендую даже два раза обезжирить, потому что, как мы знаем, зимой у нас все клиенты очень любят побаловаться маслечком, побаловаться кремушком. И когда мы с вами будем наносить базы, базы могут скатываться. Вообще любой материал может скатываться, если жирная, зажиренная поверхность. Всегда наношу Nail Prep. Так как у нас база, гель-лак, наношу ее в зону кутикулы только, чтобы у меня не пересыхал ноготок. С торца наношу ультрабонд. Если вы снимаете жидкостью материал, то наносите только вот прям на торец. На свободный край совсем-совсем немного, там 1 миллиметрик в лучшем случае. То есть на тот участочек, который вы будете потом подпиливать. Так, фокус. Что-то у нас с фокусом. Фокус теряется. Отвлекается. Сейчас попробуем найти его. Если вы снимаете коррекцией аппаратом, то, в принципе, можно наполовину ноготочка нанести спокойно. Так, я подниму чуть выше и приближу немножечко. Девочки, на длинные ногти длина должна быть относительной. Совсем на длинные ногти, ну, здесь должно быть достаточно хорошее укрепление, здесь лучше брать все равно жесткие материалы. То есть на длинные ногти это гель-лаковая база, как ни крути, даже несмотря на то, что она жесткая, она гель-лаковая. Это не жесткие гели, не жесткие материалы. На длинные ногти нужно хорошее укрепление. В один слой на длинные ногти базу наносить категорически нельзя. То есть здесь вы можете наносить эти цвета, предварительно укрепив гелем. Слегка укрепили акригелем, гелем. И дальше вы можете работать уже этими оттеночками. Так можно. Чисто базу, особенно в одну каплю, конечно, на длинные ногти нельзя наносить. Давайте поработаем вот этим оттенком. Вот раз он вам всем понравился, давайте поработаем им. Если вы хотите более плотный оттеночек, можно наносить в два слоя. Но даже с одного слоя очень-очень классно они камуфлируют. Если вы не хотите выравнивать большую каплю, вы можете нанести тонко один слой и потом второй слой. Это тоже очень удобно, девочки. Конвейером это будет очень быстро. Вы можете вот таким вот образом подсушить. Да что ж у нас фокус бегает? Подсушим немножечко. И вторым слоем просто довыровняем, чтобы, вот допустим, если вы говорите, что у клиента сильно печет база. То есть вы нанесли один не очень толстенький слой,
А вторым слоем вы, да, выровняли все. И тогда клиенту меньше будет печь любая база. Давай. Тихо. Фокус. Ну что сегодня с фокусом? Вот прям. Прям он балуется. И теперь смотрите. Наношу тонко подложечку. Довести под кутикулу можно тонкой кисточкой, если неудобно. И слегка выравниваю. Если нужно, чуть дальше под кутикулу прошли тоненькой кисточкой. Не всегда бывает, не у всех клиентов бывает легко пройти сразу под кутикулой обычной кистью широкой. Распределила, перевернула, чтобы у нас все выровнялось, центровалось. Да, этот цвет просто огнище. Сохнет, как обычная база. Но если у вас лампа, вы знаете, что не очень мощная, девочки, сушите подольше. Вообще просыхает за 2 минутки спокойно. Когда вы работаете конвейером, то это, в принципе, даже все легко просыхает и конвейерным методом. В лампу. Перед тем, как в лампу отнести, всегда переворачивайте, чтобы она... Фисташкового не хватает. Кто-то писал, голубого не хватает, кто-то фисташковый. Девочки, посмотрим. Если базы вам понравятся, если базы зайдут, то, конечно, мы будем расширять линеечку. Невозможно выпустить сразу все оттенки, которые вы хотите. Мы выпустили самые актуальные, так как сейчас сезон осень-зима, мы выпустили самые актуальные оттенки на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Будет запрос, будет спрос, будут, конечно, и другие оттеночки. Смотрите, здесь еще у меня без топа. Так, ну что? Ну что, не хочет он с нами дружить, конечно. Вот, вроде бы. Смотрите, достаточно плотный оттеночек. Вот что я хотела вам показать. Вы видите, он все перекрыл. Все перекрыл оттенок, и нет никаких у нас следов. Дальше. Здесь же мы можем... Давайте нанесем с вами какие-нибудь декорации. Еще что-нибудь под рукой найду. Под рукой. Вот найду. И что-нибудь сделаем. Давайте что-нибудь отсюда. Так, что мы? Вот эти очень круто смотрятся. Что-нибудь из этого можно сделать. В принципе, здесь без разницы. Вырежу прям вот, смотрите, прям сначала такую полоску. Растворяем, так как это слайдер, растворяем в водичке. В принципе, так как это базы, и у них есть дисперсия, можно работать с ними, а можно дополнительно для
спокойствия нанести тоненько-тоненько слайдер топ. Слайдер топ — идеальный топ для крепления слайдеров. Идеальный, девочки, гарантирую. Сама не один год им уже работаю. Это просто спасение. Сушим. 15-30 секунд сушим, пока у нас растворяется сам слайдер. И теперь мы смело доставай. Мы смело можем с вами задекорировать ноготок. Это слайдер уже из новых вышедших декораций. Этот слайдер называется Микки. Nail Dress наш. И вы видели, как они круто сделаны, да? Они не имеют, грубо говоря, границы. То есть они все друг за другом сплошным форматом нанесены для удобства, чтобы можно было вырезать и участок между. Подсушиваем слегка. Так, сейчас я расправлю слайдер возле кутикулы, прижму его и свободный край. Все, просушиваем несколько секунд и дальше дорабатываем сам слайдер. Нам понадобится с вами баф или пилка. Дорабатываем с торца, убираем излишки слайдера. Излишки слайдера. Если излишки у вас есть возле кутикулы, вы можете убрать ножничками, щипчиками, либо вот таким образом пройти nail prep'ом. Очень часто показывала уже это в эфирах. Смотрите, капаем nail prep. Он у нас испаряется очень быстро, не оставляет пленку, и туда потом не потечет у вас топ. Вот таким образом мы апельсиновой палочкой просто убираем излишки. И проходим сверху ультрабондом. Девочки, в отличие от камуфляжей других, это плотно пигментированные базы цветные. У них шикарная адгезия. Очень классная, очень крутая адгезия. И их можно наносить без бейс-геля, без тонкой подложки. Даже на голый ноготочек они очень круто стоят. Наносим тоненько слайдер топ. И если хотим, можем доработать. Торец обязательно запечатываем, чтобы у вас держался слайдер с торца очень хорошо и не подводил вас в процессе коррекции. С торца обязательно запечатываем. То есть мы шлифанули немножечко, освободили торец от слайдера и запечатываем, обязательно проходим слайдер топом. Да, это очень классный камуфляж, ну камуфляж, цветная база с хорошей адгезией, и она создает очень жесткий классный каркас. Так, ну что мы сделаем сейчас? Можно обезжирить, подсуши еще немножечко. Можем обезжирить и нанести что-нибудь.
ту же паутинку. Мне нравится дизайн с паутинкой. Даже вот такие классные новые декорации, они очень круто смотрятся с паутинкой. Паутинка всегда все классно дополняет. Берем паутиночку. Паутинка у нас очень крутая. Она очень хорошо тянется. Берем или обратную сторону кисточки, или апельсиновую палочку. И заканчиваем наш дизайн. Можно не обезжиривать, если переживаете, что потечет паутинка, можно просто слегка обезжирить поверхность, и все будет хорошо. И вот таким вот образом сделать пару заворотиков. Очень прикольно смотрится. Излишки мы всегда убираем перед тем, как просушить. Убираем салфеточкой по бокам. И только после этого сушим. Угу. И сверху перекрываем. Можем глянцевым топом, можем матовым топом перекрыть. Очень интересно будет тоже смотреться. Эти базы можно так подсушить чуть-чуть сильнее, потому что матовый топ, когда вы покрываете матовым топом, старайтесь просушивать черную импасту, черную паутинку. Всегда лучше черный белый цвет, вот в котором есть прям такой хороший пигмент плотный, старайтесь подсушивать всегда лучше гораздо, потому что матовый топ может потянуть немножечко цвет, поэтому просушиваем чуть-чуть подольше. Девочки, ну здесь на вкус и цвет каждому свое, вы можете что-то придумать другое. Сушим. Это у нас был оттеночек с вами 05 виолет. Очень красивый, очень плотненький, хорошо пигментирован. Как вы видели, я с легкостью перекрыла ноготочек, и совершенно не видно границу. Так, все еще раз вам покажу оттенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они, флакончики, все 6 оттеночков. Напоминаю, это у нас цветные базы Ace Base. Очень-очень скоро ждем их уже в продажу.
Вот они сами все оттенки. Вот они сами оттеночки. Так, где у нас масло было же? А, все, уже поняла. Ждем их уже вот-вот. Вот они сами оттенки. Вот он сам цвет у нас на ноготочке. Мы использовали пятый оттеночек. Видите, достаточно плотненький. С торца не подскочил. То есть все шикарно. Все шикарно. Цвет перекрыл все. Вообще нет прозрачности. Совершенно нет прозрачности. Совершенно не виден натуральный ноготочек. Очень крутая новиночка. Так что ждем их с нетерпением. Да, очень классный. Девочки, все подробности рассказывала в начале эфира. Эфир скоро будет в ленте, так что пересмотрите. Сначала там все ответы на вопросы. Ну, классные, скажите, крутые. Вот они, ждем их. Уже вот-вот, в конце сентября, надеемся, что они уже поступят в продажу. Это пятый. Да, мы использовали пятый оттеночек. Ну все, я с вами прощаюсь до следующего вторника. В следующий вторник будет еще что-то интересное. Всем пока!